А ты просто с вами просто. Сегодня у нас просто цикл передач какой-то про Эльзу. Роза на Эльзе, Гео, Берчим, да, маленький ребенок. Плей. Сейчас будет очень серьезно. Короче, надо собрать ее. Да, я понял, я просто сама скорость, твою мать, я не могу, почему вы ни кликер-то не создадите, бляха-муха, так, прибадал это на время, где, генерал, что будем делать, блин, да я в курсе. Я в курсе, бутылочка, где бутылочка, где бутылочка, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Дай. Ты гребаный ты в рот, я не могу. Я сказал гребаный. Даже все нормально. Блин, клозит. Клозит, ай, блин, давай, давай, чего? Мать, ты что, на войну собираешься? Так, тут душевая, туалетная бумага, куда же без нее? Тут даже шутить не буду, так, вот это, зубная щетка. Самый раз после родов, ну да. Так, ночная рубашка. Где ночная рубашка? Вот. Да, масса хакер, ты задолбал уже. Ну это флешка, это нормально. Игру в стриме, там вообще был бы полный звездец. Так, бэби, угу. Бэби, ну давай, го. Ну, само собой, все, давайте быстрее. Загрузились, поехали. Так, что это такое? Так, стой. Да вы что, блин? Где курсор, мать твою? Курсор. Нормально. Да просто заговор тут браузер устроил. Как мило, да. Так, это у нас воды отходят, понятно? Быстрее. Опа. Есть. Все нормально. Да все нормально. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Схватки. Ты че гонишь? Это предродовые схватки. Спросите у родителей, они вам объяснят, что это такое. А если не объяснят, то пожалуйста, не ищите в интернете. Но такого пишут, поверьте мне. Пей. Ой, мама мия, опять схватки.
Так, тихо, 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 дыши, 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 дыши. Все нормально. Все нормально, все нормально. Вот какого хрена ты лагаешь, вот объясни мне. У нас тут чрезвычайная ситуация, ты лагаешь. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, сейчас начнется. Я знаю, но... Тебе что? Генерал, что теперь делать? Угу, так, ну, да... И, ну... Дыши, 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 дыши. В одном мониторе схватка. Вот, вот ты красавец, ой, молодец. Хорошая девочка родила девочку, нормально. Ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ответ просто с вами был. Джек Фрост, ну тут нам предлагают Next, ну и чё Next? А, подождите, подождите, подождите. Не, ну все равно, кому понравилось, не поленитесь поставить лайк, потому что здесь ничего такого криминального нету, как некоторые написали, вот, типа там 18+, где? Забота ребенка, так, носик, 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 носик. Это местный иммунитет ему делаем. Уже в животе был один иммунитет, сейчас другой. Господи, опять эти движения. Право-влево. Приставными, блин. Не, просто это уже третье видео за сегодня, блин. Так, нам надо пережать. Надо переждать, переждать, и все будет хорошо. Но это необычное явление, там даже в фильмах это показывают. Я все видел, я все знаю, это же. Ребята, у меня тут свои цензуры. Так, это что такое? Ага, это крем, ну это придает. Это, знаете, вот когда дергают предродовые травмы. Или пошли родовые. Вот нам показывает точку. Ну, где еще? Где еще? Сейчас намажем тут все. Сейчас его и всю измазюкаем. Так, где? Ну помогите мне. Извините, я что-то затупил немножко, блин. Давай, 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 ну. Ну наконец-то, блин, вот как я мог догадаться, даже сюда. Ну наконец-то, так. И, ну сюда по-любому. Блин, ну сюда по-любому, блин. Где, где, где? Так, ассистент, please help me. Так, ассистент. Что-то я не... Нет, это не то. Блин, вот такую простую задачу выполняем уже.
Минут 20. Нет, вроде 10. Идет выбег, ну, минуты 2 так точно. Так что... Даже клининг детекшн. Ну, клин, давай. Давай, сектор. Давай, 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 ну. Ну, даже зажал. 10 минут. Ну. Так, давай, 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 ну. Вот. Ну, наконец-то разобрались. Теперь что? Теперь все это точно набираем. Да какой точно? Нахрен, возьмем. Так, вот так вот, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот, да. Наконец-то, макромедиа снова приветствует. Так, следующее, что? Параллель. Обработка льдом. Так, давай чё? Ну давай, давай, давай. Ой, плачем, плачем, плачем. Ой, ты моя хорошая. Так, слушай. Все нормально, прям никаких нету, ты знаете, тут бывает надо такое время рождается, потом деньги просят на их лечение. Ну тут все в порядке. Ну что, вес в норме 3480 килограмм. Не, ну не богатый, но вес нормальный. Ну и заворачиваем, конечно, заворачиваем нашу прелесть. Ну, в смысле, эти не прелесть. Так, давай, давай. Давай, ёлки-палки, ну.
Все завернули. Слава богу, вот ее вечная карта. И теперь что? Ну, показать маме, конечно. Маме Эльзе. Вот, значит, теперь малыш сидит, наверное.